Сотрудники надзорного органа обещают рассмотреть и помочь разобраться с любыми обращениями граждан. В первый день открытия офиса «Прокуратура для народа» прием ведет заместитель областного прокурора. Я думаю, это будет более полезный, более такой открытый, прозрачный деятельность органов прокуратуры. Наша задача состоит, главное, в защите интересов граждан. Мы, чтобы могли в любое время оказать содействие при решении любых проблем нашим гражданам и оказать содействие, если какие-то возникнут вопросы к деятельности других органов. Решить проблему жительница Шымкента Анна Дайбова не в состоянии уже не первый год. Трагическая гибель мужа отразилась на детях. В социальных сетях, в Фейсбуке я просмотрела запись, что ведется прием граждан зампрокурора области. И я обратилась со своей помощью по поводу своих несовершеннолетних детей. У меня умер муж, и мне нужно оформить наследство. В течение 7 лет дети проживают в ужасных условиях, но, к сожалению, мне есть кому препятствовать всему этому. Я попросила защиты, и мне сказали, что мне помогут. Я очень за это благодарна, надеюсь на помощь. Целью проекта Генеральной прокуратуры к обществу эффективных жалоб является своевременное обеспечение конституционных прав граждан. При этом прокуроры обеспечат надежный обратный контакт с заявителем, в том числе посредством СМС-связи. Мы, значит, поставили специально установили телефон, по которому мы можем направить СМС-сообщение о том, что уже рассмотрели, разрешили жалобу, что уже ответы по ним уже готовы. Если даже оно не относится к нашей компетенции, мы будем оказывать содействие в разрешении этих вопросов. Это касается и деятельности государственных органов, акимата, правоохранительных органов. Прокурор обещает решать поступающие вопросы максимально эффективно в кратчайшие сроки без излишней волокиты.